Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про свято 8 березня. У нас в гостях Ганна Мягких. Ганна Мягких – керівниця громадської організації «Гендерний клуб Дніпро», тренерка сексуального виховання дітей та підлітків, освіта, Харківський університет імені Ярослава Мудрого, кандидатка юридичних наук, викладає в міському юридичному ліцеї, одружена, має 2 доньок, хобі – гра у більярд та верхова їзда. Ганно, радий вітати вас у нашій студії. Добре. Власне, для вас особисто 8 свято – це є свято, власне, да? Чи можна вас вітати? Звісно, праздник, обов'язково. Звичайно, да. Тому що я знаю, от деякі жінки у нас в Україні вже не сприймаються як свято, це як якийсь такий пережиток радянщини, можливо, сприймають. Тобто, от ваша особиста оцінка, власне, да, цього свята, як його мають відзначати в Україні з вашої точки зору? Однозначно это праздник. Вопрос только в том, какой смысл, какой посыл он несет. Да? Угу. Потому что, слава Богу, постепенно происходит возвращение к первоначальному смыслу, который был в этот день заложен. Это день защиты прав женщин. Да? Угу. А не праздник весны, красоты, тюльпанчиков и так далее. Поэтому я не могу сказать, что есть кто-то, кто против этого праздника. Есть те, кто против того, что советская власть, против того, как советская власть исказила этот праздник. Вот в чем. Тобто форма подачи вы маєте на увазі, да? Смыслы, которые вложены в этот день. Так, ну а власне, от скажімо, те, що ви згадали, тюльпани, там якісь російською мовою открытки, да, листівки. Тобто, от якщо вам, скажімо, там на вулиці у нас, наприклад, у місті, такі акції кожного року проводяться, дарують тюльпани. От як ви на це реагуєте, ваше ставлення до такої самої атрибутики? Я, в принципе, считаю это неуместным, но агрессивно реагировать никогда не буду. То есть, если люди, например, пытаются меня поздравить, то я, скорее всего, приму эти поздравления, скажу спасибо. Если это будет вручение цветов на улице, я скажу, нет, спасибо, не нужно, как и мы отвечаем на флаеры. Да? Вы же не набрасываетесь на чека, который вам пытается какую-то рекламу дать. Вы просто говорите нет, ну, дивлячись, спасибо. Як намагаються дати, бывает такая навязлива реклама. Да, конечно. Ну, если за мной будут бегать с тюльпанами, я, наверное, тоже как-то. Ну, тобто, давайте перейдемо тоді до таких безпосередніх сенсів цього свята, те, про що ви сказали, те, що було закладено у нього. Да? От, яка взагалі історія, що закладено, ваше бачення? Этот день очень важен. Очень важно, чтобы он сохранялся в календаре до тех пор, пока не будут достигнуты феминистические цели. Что такое феминизм? Феминизм – это движение, политическое движение, направленное на то, чтобы в обществе были равные права и возможности у мужчин и женщин. То есть мне сложно представить современного адекватного человека, который дал себе труд узнать о том, что такое феминизм, и который, или которая скажет, что нет, мне феминизм не нужен совершенно. Поэтому до тех пор, пока актуален феминизм, то есть пока не достигнуты эти цели, актуален этот день. Потому что этот день нужен для того, чтобы напомнить о том, что уже достигнуто, и о том, чего еще нужно достичь. То есть для меня это день глубокой благодарности для тех мужчин и женщин, которые приложили усилия для достижения равенства, благодаря которым я могу учиться, я могу работать, да, я могу как минимум сесть за руль и поехать туда, куда я хочу, когда хочу, без того, чтобы муж давал мне паспорт, как это было еще 100 лет назад. Поэтому для меня это день глубокой благодарности, это действительно праздник. Ну и повод поговорить, вспомнить, чего еще нет. Например, буквально вот 2 дня назад там вышло новое исследование, да, 3% женщин в Украине среди владельцев крупного капитала, крупного бизнеса, только 3% женщин. И из них несколько человек – это только номинальные собственницы, да, а реально владеют бизнесом мужья или отцы.
То есть, ну и масса других цифр, других параметров, по которым, к сожалению, мы можем сказать, что цели феминизма не достигнуты. Угу. А от те, що ви сказали про 3%, да? Тобто ви вважаєте, ну, в принципі, у нас такий розподіл власності почався кінець 80-х, початок 90-х років, да? Угу. Тобто тоді не було рівних стартових можливостей, ви вважаєте? Звісно. А чому? От, здавалось би, закони були прописані для всіх, тобто не було написано, там, скажімо, оце чоловік має право, жінка не має права. Да? От чому угу. склалося ваше бачення така ситуація? Є определені, во-первых, економічні предпосилки для цього, а во-вторых, определені соціально-психологічні предпосилки. То есть, ну, во-первых, мы прекрасно понимаем, что равных абсолютно возможностей никогда не было на этой планете. Да, это все утопия. В основном за счет за счет чего созданы были капиталы. Это либо возможности, которые были у партноменклатуры, приближенных лиц, клиентелы, так называемые, да, либо это капиталы, созданные с помощью, конечно, и ума, но во многом и физической силы. Правильно? То есть вот период первичного накопления капитала в Украине, да? Ну да, и так бандитский далее. Капитализм. Конечно. Вот это две очень важные причины. То есть парк в номенклатуре – это мужчины были, да? Ну и физическая сила, тут никто этого как бы параметра не отменял. А второе, еще один важный такой момент – это материнские обязанности, например. Которые женщину вынуждают, плата за материнство очень высока. Я ни в коем случае тут не пытаюсь что-то против материнства, у меня самой двое деток. Просто нужно осознавать это тогда, когда вы планируете детей. Потому что возможности женщины в экономических играх очень этим ограничены. Женщины зачастую ищут возможности гибкого графика, гибкой занятости. Пусть меньше зарплата, но поближе к дому. Пусть меньше зарплата и должность, но зато будет возможность иметь больничные, выходные дни, не ехать в командировку, потому что дети маленькие. А кроме маленьких детей, это еще и уход за пожилыми или больными родственниками, стереотипно, он на ком лежит и так далее. То есть очень масса, есть масса, так сказать, системных преград. Дело не конкретно в женщинах, а в тех системных преградах, которые есть в нашем обществе. А от якщо ми говоримо про права жінок, про, тобто повертаючись до самого свята, да, до 8 березня, це починалось, ну, мабуть, в першу чергу в якихось країнах, як боротьба там, за виборче право, наприклад. Так? От я для себе, наприклад, дізнався, що у тому ж Ліхтенштейні, да, здавалось би, західноєвропейська країна, лише у 1984 році було дозволено голосувати. Ну, скажімо, от в Україні є там теж право голосу, да, рівне, там, починаючи з 18 років. Да? От за що, з вашої точки зору, в сучасній Україні має боротися жінка? Тобто, ось такі права ми досягли, да? Ну, я не знаю, там, завдяки фемінізму чи не фемінізму, да, оскільки радянська влада, от коли прийшла, да, почали, ну, в принципі, вони собі позиціонували, да, спочатку. Ну, ті тези, які були, да, от, що ми там підтримуємо, в тому числі і фемінізм, да, на практиці ми знаємо, що це було, як воно вийшло. От у сучасній Україні за що має боротися жінка? У вас такой интересный вопрос. Вы затронули массу тем, которые, по идее, хорошо бы прокомментировать. Несколько моментов таких. Во-первых, действительно, права женщин были закреплены в результате феминистического движения. Без какого-то движения ничего не меняется. Это первое. Второе. Действительно, первые права, которые были закреплены, это политические права, это первый шаг. Но я вам хочу сказать, что то же самое касалось и мужчин в 17 веке, да, когда первое закрепление политических прав у мужчин было. Первое, за что боролись, это тоже право голоса. Поэтому это как бы вот такие вот естественные процессы, ничего неожиданного здесь нет. Кроме того, обязательно помним, что закреплены права женщин были в первую очередь в Украине не большевистским правительством, а еще Центральной Радой. Поэтому как бы тут большевики и временное правительство тоже. То есть это было сделано до большевиков. Это большой обман, что большевики пришли и дали права женщинам или кому-то там. Ничего подобного. Это было закреплено еще при временном правительстве и Центральной Раде.
во всех нормативных актах, которые они писали и сдавали. Это очень важный момент. Там, в принципе, Центральная Рада, дуже багато соціалістів також було, там в основному лівих смотрите, поглядів. Смотрите, прогрессивные силы все к этому моменту уже все говорили, что у женщин должно быть закреплено равное право. И у либералов, и у социалистов к этому моменту это уже было как бы... Ну, назревал, да? С собой... Верхи не могут, низы не хотят. Уже само такое. Собой понятно, да. То есть и те как бы в этом плане достаточно как бы одного мнения придерживались. Вот. И дальше ваш вопрос был... Ага, за что дальше? Смотрите. Фішка в чому? Тобто, чи є кінцева, скажімо, точка, коли, скажімо, можна сказати, що ось жінки, чоловіки є абсолютно рівні? Каждый для себя может выбрать свою любимую какую-то точку. Можете взять экономические параметры, например. Когда, например, доходы мужчин и женщин будут рівні, незалежно, ну, тобто, да. Виконують певний, да, количество женщин на руководящих постах будет, ну, понятно, что не один в один, но приблизительно равным. То есть это же все легко посмотреть и увидеть. Наша статистика, к сожалению, она очень удручающая в этом плане. Нам очень-очень до этого далеко, и, по всей видимости, недостаточно, тут ничего нового я не скажу, недостаточно только закрепления прав. Нужны обязательно методы позитивной дискриминации, аффирмативные действия, действия, да, то есть нужно сначала маятник качнуть в другую сторону, то есть квоты везде и во всем для того, чтобы выровнять эту ситуацию, затем это временная мера, затем она просто убирается за ненадобностью и все. И, естественно, то, чем, спасибо, вы занимаетесь, просвещение, чтобы преодолевать стереотипы, потому что как бы уже и общественные отношения поменялись, а в голове до сих пор определенные стереотипы есть, и они мешают. От стосовно стереотипів, да, і це, скажімо, можливо, дещо корелює, скажімо так, з релігійною свідомістю. Ну, так, от, скажімо, є такі дуже консервативні країни, як, скажімо, теократична монархія, Саудівська Аравія. Да? От ви згадували про те, що там жінка отримала право там водити машин, да? Це у них, здається, от, десь буквально роки 3-4. Да, да, от, да. От як бути у випадку, скажімо, якщо є так, така от релігійна традиція, да? Досить сувора, досить така мускулінна, можна сказати. Да? От як у цьому випадку бути от жінці у цій країні? Чи потрібно боротися, чи є змога боротися, чи є потреба боротися? От ваше бачення. Завжди є необхідність відстоювати себе як личність. Це можуть бути різні способи, методи. Понимаете? В феміністичному рухі, як і в будь-якому політичному рухі, є різні спектри взглядов, да, в том числе и разнообразие относительно методов. То есть это будут теракты, например, да, или это будут кулуарные договоренности. Обычно хорошо, когда вообще есть все методы, ну, кроме взрывов, естественно. Поэтому я считаю, что сопротивляться несправедливости нужно всегда. Но по мере своих сил, возможностей, внутренних ресурсов. Не все мы революционеры и революционерки, да? Но помните, как у Драгоманова, теория малых дел, хоть что-нибудь. Очень хорошо срабатывало всегда на самом деле влияние через близких людей. То есть, например, даже вот если у женщин нет выхода в публичную жизнь, но есть влияние на отцов, на мужей, на братьев, да, вот, вот действовать любыми способами, уговорами, убеждениями и так далее. То есть где это возможно, где нет, да, действительно нужна и политическая активность. Но требовать от женщин политической активности, ну, вы посмотрите, что делается там в Иране, например, да, и случаи самосожжения, все что угодно, потому что в тюрьму садят, если ты, не дай бог, там хиджаб сняла и вообще очень все жестко. И я еще хочу добавить, не надо нам расслабляться, не надо мы все время экивоки туда, в сторону теократических государств. Вот Иран, мой любимый пример. Вы знаете, что это было одно из самых светских и прогрессивных государств Ближнего Востока еще в середине 20 века. И посмотрите, что там сейчас. И, между прочим, это касается и Афганистана. То есть не нужно думать, что если у нас сейчас вот так, то это вот навсегда, мы уже всего достигли, сели и расслабились, ничего подобного. Или Германия, расцвет философии и так далее, и так далее, и мы потом хоп, Гитлер, да, и там, и так далее. Но не хоп, конечно,
там были как бы предпосылки. Но він, все, до речі, прийшов абсолютно демократичним шляхом, процедура да, була виконана. Да, поэтому, товарищи и товарки, не расслабляемся. Всегда вот такие звоночки, как типа, помните, год назад у нас там 11, по-моему, областных советов проголосовало в очередной раз по поводу обращения к правительству про запрет абортов. Очередной раз было предложение запретить использование слова «гендер». Ой, что-то мы далеко ходим. Посмотрите, Польша запретила аборты. Да, до чего это призвало, до речи. Понимаете? То есть не надо думать, что у нас все окей, все хорошо, речі, я вам скажу, от позитивний, можливо, такий приклад, да? От, скажімо, остання сесія міської ради, те, що я бачив, да? До кодексу етики депутата, власне, було додано слово гендер, да? Тобто захист гендеру. Ой, замечательно. Да, тобто це в документі зараз прописано. Ганно, я хотів би повернутися все-таки от до питання, да? От якщо в Україні, у тій чи іншій, не в Україні, а в Україні, да? Є певна релігійна традиція, да, от те, що ми називаємо теократичні держави, да, і от вони так склалися, от як вони є, да, як має існувати у цьому плані от саме і жінка, ну і можливо чоловік, да, якщо воно так є, ну більшість, як ми знаємо, в принципі релігій, да, монотеїстичних, вони так в принципі більш схильні до чоловіків відносяться. Все те же методы, которые использовались женщинами в Америке. Вот вообще Америка, Соединенные Штаты Америки, это очень достаточно религиозное государство до сих пор. Угу. Протестантская ветвь христианства там имеет серьезный вес, например, даже по сравнению с нашей Украиной сейчас. И женское движение, получается, в 19 веке там формировалось, как и в Великобритании, извините, уж консервативнее страну сложно поискать, угу. Да? И в этих странах, да, существовало женское движение. Они использовали все методы, о которых я вам говорю. И митинги, и плакаты, и протесты, и приковывание себя к ограде возле государственных структур, и параллельно договоренности жены давили на своих мужей политиков. Все-все методы использовали. Только все эти методы вместе взятые оказывали влияние. Женщины влияли на своих детей, да, тоже. И вырастало поколение уже более сознательных мужчин, которые были вхожи в политическую жизнь и могли что-то менять легальным путем. То есть тот же самый путь. Так, феминизм сегодня, что это такое? Движение за равенство мужчин и женщин, равные возможности мужчин и женщин в обществе. Так, ну хотілося б все-таки ви очолюєте відповідну громадську організацію, от більш докладно, да? Ну, зрозуміло, є певне визначення, да? Є далі те, що називається матчастю, да? Фемінізм, все-таки більш докладно, от як ваше бачення? Смотрите, ми відталкуємося від основних проблем, які є. Це, во-первых, економічна залежність жінок, да? Низькі доходи. По сравнению с мужчинами у нас в стране, у всех вот доходы невысокие, но в сравнении с мужчинами однозначно у женщин ниже. То есть равенство во всех сферах, смотрите, в экономической, в политической, то есть равноправная представленность женщин на всех уровнях власти. В социальной сфере равное распределение обязанностей в семье. Да? Однозначно очень серьезная проблема гендерного насилия. Да, вот, к сожалению, она как бы вот есть. А сейчас ввиду пандемии вообще расцвело это все буйным цветом. Ну так, все сидят по домах, да, да и срывают. Да, напруга, да, тобто, ну, в принципе, навіть якщо рідні люди, да, вони мають право якось окремо побути, да, хоча б да, там на да, роботі. Да, понятие там, чи... личных границ, вот этого всего, после, это и результаты и затянувшегося крепостного права в Российской империи, и продолжение крепостного права в Советском Союзе, да, то есть вот это вот отсутствие понятия интимности, личного пространства, вот это очень серьезная штука. Но я вам скажу, это во всем мире эта проблема обострилась. От, до речі, для наших глядачів, да, от, хотілося б почути, знову ж таки, власне, пояснення, да, того, що хтось, можливо, розуміє, хтось не розуміє, таке поняття, як гендер. Що це таке? От ми з вами, да, про це говорили, да, ну, напевне, ми розуміємо, да? Але можливо, можливо, хтось нас десь там дивиться в далекому селі і думає, про що вони взагалі таке говорять. Тобто, от, ой, хотілося б... щоб нас посмотрели і поняли ті, хто у нас в парламенті.
Значит, если очень просто, это социологическое понятие. То есть пол – это биология, потому что никто ж не отрицает того, что есть женский, например, пол. Да? Хотя понятие пола сейчас тоже уже немножко пересматривается, но мы сейчас не будем это сложно и время тратить. Как минимум, хочу объяснить, что вот пол биологическое, гендер – социальное понятие. Для чего его ввели? Для того, чтобы, например, поставить диагноз, врачу нужны определенные инструменты. Да? В ухо нам заглянуть, в глаз нам посмотреть, там, и в зубы и так далее. Нужны инструменты. Вот так для изучения общества социологам и в других науках нужны инструменты. Понятия являются инструментами. То есть для того, чтобы правильно изучить общество и сделать какие-то выводы, которые помогут поставить диагноз, то есть выявить проблемы. А вы же понимаете, что пока нет диагноза, нет решения проблемы, нет лечения. Значит, нам нужен диагноз, нужны инструменты. И ученые пришли к выводу о том, что только понятия пол недостаточно. Нужен еще гендер. Пример привожу. Наличие вагины – это пол. Это биология. Это биология. Например, стереотипное представление о том, что женщина должна носить юбку, или женщина очень сильно вот с рождения любит лепить пирожки или ухаживать за больными, например, да, это социальное, то есть мы не рождаемся в юбках, и мы не рождаемся с любовью к кулинарии. Есть мужчины, которые любят готовить, есть женщины, которые любят готовить. Это уже то, что создана в обществе, это норма, которая накладывается на человека, требования, которые к человеку предъявляются. То есть, ну, совсем так упрощенно говорят, что гендер – это как социальный пол, это не совсем точно, потому что гендер не всегда совпадает с полом. Ну, хотя бы так, вот именно социологическая характеристика. Так, а до речі, от у цьому контексті ви сказали, не будемо на це витрачати час, я б все-таки присвятив. Да? От зараз питання трансгендерів, воно також підіймається. Да? От ставлення, скажімо, ваше особисте цікаво було почути, да? От чи підтримуєте ви цю ідею «моє тіло, моє діло», те, що говориться? Да, однозначно. Я согласна, підтримую все, що не зв'язано з насилієм. Все, что угодно. Хоть тобто, вверх ногами. В межах закону, да? Тобто, ну, конечно, те, если меня никто закону, не трогает, да? Если человек никому нигде ничего не навязывает, вообще никаких проблем не вижу, абсолютно. Для меня основной критерий оценки происходящего в социуме – это отсутствие или наличие насилия. Вот, вот это позволяет проверить все, понимаете? Так, також хотів би у вас запитати таку річ. Да? От зрозуміло, є, ми з вами говоримо вже майже весь ефір про поняття фемінізму, да? Але є жінки, які називають себе антифеміністками. Да? От ваше ставлення до них, да? Тобто жінка каже, от я розумію там своє місце, кіндер, кірхен, кюхен, теж називається, да? І мене це абсолютно влаштовує, тобто ваше ставлення. Ну, сейчас уже гораздо спокойнее, чем раньше. Раньше мне очень хотелось всех переубедить. О чем? Я поняла, что это невозможно. Как есть люди разных политических взглядов, да, либералы, социалисты, коммунисты, там, националисты, кто угодно, точно так же и здесь. Поэтому, если человек идет на контакт, готов разговаривать, я с удовольствием поговорю. Нет, ну, значит, нет. Ну, до тех пор, пока мне не начинают что-то навязывать. То есть агрессивных людей никаких не люблю. Вот. И я думаю, что причиной этого является то, что очень страшно. На самом деле нужна большая смелость для того, чтобы увидеть, что твой статус в этом обществе отличается от статуса такой привилегированной группы, как мужчины. Это неприятно. Это ставит вопросы относительно того, а как же дальше жить? Потому что что такое феминизм? Это когда женщина сама в себе видит взрослую, самостоятельную личность. И мужчина в женщине видит. А взрослость, самостоятельность – это обязательно наличие ответственности. И, соответственно, тогда уже нельзя сказать мужчине, ты обязан меня содержать. Ты обязан мне дарить шубу на 8 марта. Да ради бога, он может подарить. Вот тут в чем фишка. Он может подарить вам шубу.
И вы можете ее взять и этому обрадоваться. Но он не обязан этого делать. Он не обязан вас кормить, содержать, одевать, обувать и так далее. То есть мне видится в отсутствии понимания феминизма некая инфантильность. То есть это не значит, что я считаю, что все должны... И, стоп, я хочу тут разделить. Есть феминизм как позиция, а есть феминизм как активизм. То есть я однозначно не считаю, что прямо вот все должны стать активистками и вот начать какие-то общественные изменения. Я сейчас говорила о феминизме как о просто системе внутренних ценностей. Кто я? Я вторая половинка кого-то или я самостоятельная личность, пусть даже по желанию вступающая в какие-то партнерские отношения? Угу. Да, от до речі, ви говорили, що раніше так неспокійно ставились до антифеміністок. Да? Ну, напевно... Це, мабуть, возраст. Я вас прошу, вам 17 завжди. Так, дивіться, Анно, а от коли ви з ними зустрічались, да, у вас були дискусії, да, от, про що говорили взагалі? От я, як вони артикулювали свої позиції, що я от, бачу своє місце, воно мені влаштовує, і що там чоловік мені там щось винен, там ту же шубу, як ви сказали, так і інше. От, як складався діалог? Ну, я пытаюсь вспомнить. Ой, ну очень по-разному. Иногда прям на повышенных. Ну, без драк. Как бы, но в зависимости от ситуации, от людей. То есть, если это... В общем, очень по-разному. Вы имеете в виду больше какие аргументы, да? Да, но да. Это четко была защита. Не хочу я работать, не хочу. Вот я помню возгласы моей студентки. Я буду качать попу в тренажерке, искать себе папика, не хочу я работать. Ну, понимаете, когда вы какие-то озвучиваете проблемы, с которыми сталкиваются женщины, идет дикое неприятие, потому что это просто ценности переворачивает с ног на голову. Это требует взглянуть на очень какие-то неприятные, тяжелые вещи. И идет очень сильное сопротивление, да. Иногда человек вот кричит, что-то говорит, просто чтобы ничего вокруг не слышать. Ну, я чаще вот окей, все, думаем, что хотим. Ганно, у нас буквально півтори хвилини лишається, але ви згадали от про фемінізм, в тому числі як активізм. Ваше ставлення до маршів феміністок, які безпосередньо є? Скажімо, у нас в Україні, от 8 березня, вже декілька років такі марші проходять. От, абсолютно позитивне, чи спокійне, чи як? Приймаєте, можливо, участь? Позитивне. Позитивно. И чем больше у нас будет различных течений, движений, маршей, пикетов и так далее, это говорит о том, что политическая жизнь нормальная. Это значит, что люди стараются использовать легальные способы влияния на власть. Это говорит о том, что люди способны договориться, объединиться, организоваться, сформулировать проблему, сформулировать решение проблемы и легальным путем доносить это до власти. Это классно, это признак зрелости. Тобто вот громадянська улице... позиція. Громадянська... Ганно, да. Дуже цікаво з вами спілкуватися, да. Але, на жаль, час. Я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувались з Ганною Мягких. На все добре.